Нельзя проводить две дисциплины. Одну для рабочих, а другую для вельмож. Дисциплина должна быть одна. Пора сказать решительно и бесповоротно, что с врагами нужно биться, а не соглашаться. Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее. Вы слепые котята. Что же будет без меня? Погибнет страна, потому что вы не можете распознать врагов. Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех. И у врагов, и у друзей. Особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством, над нашей отсталостью. В наше время со слабыми не принято считаться. Считаются только с сильными.